Польские лидеры, президент Анджей Дуда и спикер парламента Шимон Головня, присоединились к членам еврейской общины на праздновании Хануки. Присутствие главы государства и других высших должностных лиц в зале Сейма стало сигналом нетерпимости к проявлению антисемитизма. Во вторник ультраправый депутат загасил огнетушителем ханукальные свечи в здании парламента. Находящийся в Брюсселе на саммите Евросоюза премьер-министр Польши Дональд Туск решительно осудил инцидент. Спикер Сейма назвал произошедшее актом хамства, агрессии и глупости.